Где ранее были погреба, теперь новенькая спортивная площадка с волейбольной сеткой, воротами для игр в мини-футбол и тренажерами. Взрослые, подростки, совсем маленькие жители микрорайона Западный мечтали о ней 3 года и, наконец, получили долгожданную новинку. Мы сила, это здорово, когда работаем вместе. Мы рады, что мы прошли в проект и по инициативному бюджетированию. Наш проект называется «Западный за здоровый образ жизни». Мы первые, мы первопроходцы в городе Барнауле. Мы давно ждали этот проект, хотели его, поэтому у нас все хорошо получилось. Мы благодарим главу города Вячеслава Генриховича Франко за возможность реализовать этот проект. Мы очень рады. Спасибо вам огромное. Площадка появилась благодаря жителям сразу 6 домов на улице Горно-Алтайская и Чеглецова. Если раньше инициативные проекты могли реализовывать только территориальное общественное самоуправление пригорода по программе поддержки местных инициатив, то теперь возможность стала доступна и для городских ТОСов. Барнаул по предложению «Единой России» ввел это одним из первых в стране. Спортивной площадки в данных дворах отсутствовало. Был задействован земельный участок, который был практически заброшенный. Были демонтированы погреба, деревья старые уже. И была подана заявка по программе инициативного бюджетирования на участие по формированию спортивной площадки и спортивных тренажеров. Этот проект мы считаем пилотный для ТОСов Барнаула. И благодаря таким инициативам в Барнауле станет больше мест, где любой желающий сможет повысить свою физподготовку. Это отличный просто проект. Мы здесь будем играть в волейбол, в футбол будем гонять. То есть на турнике будем проводить, может быть, соревнования. В этом году в Барнауле реализуют 22 инициативных проекта. Среди них как раз обустройство площадок, игровых комплексов, благоустройство аллей, асфальтирование дорог и устройство освещения. Анастасия Драган, Валентина Аскерова, «День с толком».